Всем привет, меня зовут Скловская Ирина, агентство Grand House. Поздравляю всех наших подписчиков с прошедшими новогодними праздниками. Мы возвращаемся к активной работе после хорошего отпуска и отдыха. Поэтому на нашем канале скоро вы будете видеть регулярно новые обзоры и домов, которые в продаже, и домов, которые мы сами построили. И вот сейчас как раз будет обзор одного из таких домов. И причем не просто одного из домов. В общем, это мой самый любимый проект из того, что вот вообще за все эти года построили мы. Честно сказать, я сама мечтаю о таком же доме. Ну, в общем, сейчас вы сами все увидите и сами все поймете. Значит, это целый комплекс, я бы так сказала, потому что тут и вот такой вот потрясающий дом. По площади здесь почти 260 квадратов. Участок здесь большой, тут 16 соток. И за домом, сейчас вот не видно, за домом есть баня. То есть это все делали мы. Полностью благоустройство участка тоже, это все наши специалисты делали. Правда, сейчас, конечно, ничего этой всей красоты не видно под снегом, но просто пока поверьте на слово. Я думаю, что еще я сюда приеду. Тут сейчас уже практически завершены все работы. Я обязательно еще сделаю обзор, когда тут все будет уже с иголочки. Просто сейчас мне не терпится вам хотя бы вот уже в такой стадии показать, пока люди не заехали, пока есть возможность спокойненько по дому походить и все-все-все подробно посмотреть. Потому что потом, когда уже владельцы сюда приедут, ну уже не факт, что, конечно, они захотят меня сюда пускать с камерой. Вот. Значит, проект классный, конечно. Вот это вот навес для машины, как вы видите, да, перед входом в дом. Такое вот крылечко тоже с навесом. То есть очень все комфортно. Полностью территория вся огорожена. На самом деле, я снимала уже обзор этого дома. Если вы посмотрите, это, наверное, было, может быть, практически год назад. Просто тут немножечко вот подзатянулось, ну, из-за финансовой ситуации, да. У нас-то, конечно, проблем со сроками нет, как вы понимаете. Это прежде всего наша заинтересованность. Вот такой вот дизайн. Сочетание синего и белого. Очень эффектно смотрится. Все очень аккуратненько, все подшивы. Вот я сейчас все буду очень подробно показывать, чтобы вы именно оценили качество. Качество наших специалистов. То есть как они все аккуратно, тщательно все делают. Светильнички вот висят, то есть подсветка дома наружная сделана. Вот так, ну что, пойдемте внутрь. Ну, естественно, дизайн выбирают сами заказчики, это понятно. Цветовые гаммы. Но опять-таки у нас есть дизайнер свой. И здесь дизайнер работала. Именно по интерьеру, по отделке дома. То есть здесь был целый дизайн-проект. Этот дом относится, ну, я бы, наверное, сказала, к премиум-сегменту. Ну, знаете, такой доступный премиум-сегмент, я бы так его назвала. Так, ну вот мы с вами внутри. Можете увидеть, какие красивые светильники на потолке. Очень нравятся мне такие они. Яркие, нарядные. А внутри отделка это гипрок и обои. Можете также оценить качество поклейки. Так, ну это, я так понимаю, что, скорее всего, это будет техпомещение, наверное. Так, сейчас пока непонятно. Давайте пройдем внутрь, дальше будет. А, нет, собрала. Вот здесь у нас техпомещение. Это техпомещение, здесь сделана вся разводка. А, там, наверное, скорее всего, гардеробная была, да, при входе. Вот техпомещение. Значит, здесь у нас водяные теплые полы. Пока будет сюда установлен электрический котел, но так как мы находимся на территории СНТ «Звездочка», известного нашим подписчикам уже по моим обзорам, то газификация здесь будет довольно-таки скоро уже, я думаю, завершиться. И можно будет отапливаться газом. Вот. Также обратите внимание на дверные проемы. Тоже все очень красиво сделано. Так, пойдемте смотреть дальше.
Значит, на первом этаже вот у этого проекта есть отдельная спальня. Такая просторная, большая, с большими окнами. На этаже много светильников. Шторы, карнизы будут спрятаны вот там в потолочке. Мне очень нравится такой вариант интерьера. К сожалению, себе я так не сделала в свое время. Сейчас бы с удовольствием. Санузел. Ну, здесь пока темновато. Ну, в общем, вообще в этом доме три санузла. Один санузел внизу и два санузла у нас так. Больше, наверное, ничего у нас тут не загорится. Пока вот тут временная лампочка, пока, к сожалению, плохо видно. Но я говорю, что когда все-все-все будет уже вот прямо с иголочки все сделано, я сюда обязательно еще раз приду и все уже покажу в завершенном виде. Так. Ну, здесь вот еще потолочки будут натягиваться. Так. Здесь у нас тоже какое-то помещение. Честно сказать, я не знаю его назначения, но, возможно, это еще одна гардеробная, скорее всего, наверное. Ну, в общем, помещений много. Кухня-гостиная с выходом на террасу. С такими панорамными окнами. Раздвижная дверь. Безумно нравится мне камин. То есть тут такой стиль хай-тек. У меня, конечно, камин совсем другого плана, но вот этот дизайн впечатляет. Ничего не могу сказать. Ну и тоже, конечно, светильники везде, очень много освещения. То есть можно уже самим выбирать. Или хотите вы, чтобы было ярко освещено все пространство. Или вы хотите более интимный такой приглушенный свет. Здесь будет кухня. Вот здесь сделаны уже разводочки. Все необходимые розетки, все подводы. То есть остается только сюда уже кухню устанавливать. Это уже будет в ближайшее время сделано. Очень красивая плитка. Ну, сейчас тут, конечно, еще немножко такой строительный беспорядок. Не обращайте внимания. Когда все начистится, намоется, будет, конечно, просто загляденье. Давайте выйдем с вами, наверное, на улицу, посмотрим, что здесь интересного. Так, это у нас сдвигается в сторону, и мы выходим на террасу. Вот, вы видите весь участок, вот баня, тоже полностью под ключ. Со вторым этажом, то есть на втором этаже комната отдыха. И огромнейшая терраса. Просто огромная террасная доска. Тоже подсветка наружная дома вся выполнена. Потрясающе. Хозяева этого дома вообще, они очень любят куда-нибудь ездить отдыхать, в различные, там, снимать коттеджи. Просто мы так общаемся, я вижу много фотографий с отдыха. В общем, теперь им не нужно будет никуда ездить. У них будут шикарные фотографии, просто непосредственно из собственного дома. Что может быть прекраснее? На улице, вот видите, тоже тут торчат такие проводочки. Это тоже это все вот наружная подсветка уличная. То есть, когда здесь будут гореть все эти лампочки, фонарики, огоньки и так далее... О, я не представляю, что здесь будет, насколько здесь будет красиво. Дальнейшим ландшафтом участка, естественно, тоже будут все заниматься наши специалисты. То есть мы вообще по желанию заказчика можем делать все под ключ. Все под ключ, то есть с полной финишной отделкой, вплоть до ландшафтного дизайна. Ну что, ну и пойдемте, наверное, с вами поднимемся на второй этаж. Так, здесь я разуваюсь.
перед этой потрясающей прекрасной лестницей, дабы ее ни в коем случае не повредить, конечно же. Тоже мне безумно нравится вот такой дизайн лестницы. Под лестницей есть пространство для хранения также. Ну, конечно, это все будет закрыто, это все будет красиво. И будет целая огромная кладовка. Вот. Лестница у нас со своим освещением. Окно, ну, естественным освещением. Очень удобный шаг. Вот он такой невысокий, очень комфортный, широкая ступенька, вообще просто идеально. А, есть у нас даже чердак, вот там есть, видите, проход туда. Значит, по планировке второй этаж у нас состоит из 4 спален и 2 санузлов. Давайте я вам каждую покажу. Спальни, конечно, большие. Большие, ничего не могу сказать. Очень просторный дом. Здесь, вот видите, аж 3 окна. То есть тут просто будет безумное количество света. Даже вот сейчас зимой, сейчас январь. И, в общем-то, солнца особо нет. Тут очень светло. Тоже очень красивые светильники. Обратите внимание на вентиляцию. То есть здесь будет очень хороший воздух. Это естественная вентиляция. Она выходит уже в крышу и на улицу. Ну, приятный такой приятная цветовая гамма, приятные оттенки. Окошечки вам покажу. Тоже все аккуратненько сделано, красиво. Так, это у нас одна спальня. Это у нас санузел. Так, что у нас со светом? Света здесь нет. Это у нас санузел. С окошечком тоже. Вот это, обратите внимание, здесь такое сделано, он как выемка, да, ниша. Обратите внимание, вот, например, на этот угол. Как он интересно оформлен, как все аккуратно сделано. Но я могу сказать, что не каждый плиточник способен на такое качество. Вот, в общем, у нас работают, конечно, ну, профессионалы своего дела. Это я могу сказать без лишней скромности. То есть, кого попало, мы не берем. Особенно на дома, ну, такого уровня. Так, а еще одна комната. Ну, вот здесь все, заказчики решили везде делать гипрок обои, то есть не захотели имитацию, например, бруса делать, то есть деревом. Хотя иногда, знаете, комбинированная отделка тоже смотрится достаточно неплохо. Тоже вентиляция, обратите внимание. Ну и также много света, большое окно. Планировка шикарная, конечно, шикарная. Еще один санузел. Очень тут все интересно. Так, и еще одна комната, спальня на втором этаже. Тоже огромнейшая. Тут такие интересные квадратные светильники. Не видела, честно говоря, такой дизайн. Вот сейчас только сама обратила внимание. Ну, вот тоже большое окно. Я вообще тоже люблю, когда очень много света. Не люблю темные помещения. Мне кажется, это здорово. Тоже шторы, карнизы будут спрятаны в потолочке. Ну, и, конечно же, вентиляция тоже сделана. Вот. Ну, в принципе, наверное, буду завершать обзор. Сколько уже я наснимала? Почти 15 минут. Наверное, вы уже утомились немножко. А что я могу сказать на прощание, да, напоследок? В общем, все наши объекты есть возможность увидеть, так сказать, живьем, если у вас будет такое желание. То есть вы можете позвонить мне, контакты будут указаны под видео. Я с удовольствием
Так, сейчас. С удовольствием вам проведу экскурсию по всем нашим строительным объектам, все расскажу, все покажу. Могу сказать так, что любой проект, абсолютно любой, можно рассчитать в разных комплектациях, и от этого будет зависеть конечная стоимость. Тут уже все зависит от ваших пожеланий, ну, конечно, от ваших возможностей тоже. То есть, когда мы начинаем работать с заказчиком, в первую очередь мы обсуждаем пожелания, потребности, возможности. А дальше уже выбираем проект, мы помогаем вам выбрать проект, какие-то советы даем, рекомендации, можем переделать готовый проект, то есть это все возможно. И дальше уже составляем смету и рассчитываем, сколько будет конечная, соответственно, стоимость. Также еще раз повторю, что любой, абсолютно любой проект можно рассчитать в разных комплектациях, да, все зависит от наполнения, от этого будет зависеть конечная стоимость. Если вы хотите стать нашим заказчиком, заранее желательно начинать уже что-то планировать, потому что, честно сказать, на весну у нас уже сейчас потихонечку формируется очередь, особенно вот на дома такого, ну, премиум-сегмента, да. Вот, надеюсь, что вам был интересен обзор. Если хотите потом увидеть уже в окончательном виде, когда здесь будет мебель, шторы, там, кухня и так далее, напишите в комментариях, и я с удовольствием буду уже договариваться с владельцами дома, чтобы они меня сюда пустили. Я вам уже все показала, когда все будет здесь под ключ. Интересно будет, конечно, посмотреть, когда уже и улица будет доделана, и ландшафтный дизайн, и освещение. Тут будет просто, наверное, невероятная красота. Но я надеюсь, что это все сделаю. Все, удачи вам. Пишите, звоните. Всем пока.